Так, шторки у вас тут. А где твои большие девочки? А ну-ка сюда позови их. Вот они. Сейчас. Это не наши, поэтому бывшие лагерные. Подойдите сюда, девочки. Так, тетя Надя, стань сюда. Я у тебя прошу, девочек, отдашь до обеда картошку протяпать лагерную? Да пожалуйста, пожалуйста. Потому что они не наши, мы никакой власти над ними уже не имеем. Так, мы дойдем до картонного сейчас. Вы знаете, где картонный? Нет. Не знаете, ну пойдемте. Я вас доведу. Оденьте там резиновую обувь. Так, тебе молоко есть, нет? Принес Володя сегодня. Я барабашам скажу, что приносили тебе бесплатно эти дни. 2 недели надо продержаться. 2 недели. Мы ни одного ребенка раньше времени не отправили. Мы просто расформировали лагерь. Деревенские в гости к себе пригласили, и на этом все. Так, посмотрю, кто там ходит. Так, резиновые сапожки. Еще дверь не закрыли. Как вы поздно встаете. А что так поздно? Вот они бегут, мои девочки. 6 часов встали, мы почему? Ну-ка. А где вторая-то? Вот она, вторая, третья. Вот они еще делают тут. Ну все. Ладно, идите к бабе Наде, она одна кормит вас. Вы никуда не вылазьте, закрывайтесь. Мы поели. А? Мы поели. Володя, забери их на работу. А барабаши что-то говорит, что у них там тоже работа есть. Пускай там работает, им помогать. До обеда все работаем. Ага, то есть все. Мы здесь пользовались лагерным, деревенским, и поэтому надо пойти поработать. Вы согласны пойти? Да. Картошку умеете тяпать. Да. То есть вон они все делают. Вот как бегают они. Платье поднимите, чтобы не замочить. Вот они как. Им и хорошо у бабы Нади. Она им потворствует много. Они у нее спят сколько хотят тут. Вот они. Ну, довольна? Да. Бабу Надю не обижайте. На крышу не лазьте, чтобы не упасть. А вот у нас тут белый пришел, котеночек. А вот белый пришел. Вика, смотри. Смотри. Ну-ка, вы любите кошечек. Белый к нам приходил. Погладьте его. Ой, убежал он от них. Туда не ходи, там сыро. Что ты со... тихо. Вчера белый приходил к бабе Наде. Ну, играли? Да. Ну, вот так. Ну, все, тогда идите. Все. Барабашам трогать не надо, раз своя работа есть. Только каждый раз проси. Проси их. Это деревенские. Мы никакой власти над ними не имеем. Мы только сейчас снабдили их продуктами на 2 недели. Кому нужно, денег дали. Не берут деньги никак. Да что вы тут вчера, Володя, нас завалил продуктами. Ты какие продукты дал? Ну, горох, макароны, гречка, пшено. Так, еще мука, масло. Масло не дал. Масло сливочное развези прямо сейчас же. Нету сливочного. Ой, это растительное. Растительное, вот целые коробки стоят. Сейчас я их отведу. В каждый дом по одной 5-литровой банке. Пойдемте, Фрося, пойдем. Фрося, сейчас возьмите по одной 5-литровой банке в каждый дом и занесите масло. А потом можете по пачке соли и сахару. Они там в маленьких бутылках. А, в маленьких? Да. Ну, по 3 бутылки дайте. Угу. По 3. Вот они котика поймали нашего. Ему неудобно так? Несите к бабе, там поиграйте с ним. Держи его, тащи. Я... Тащи его к бабе. Ох, они любят кошечек моих. Он царапнет. Надя, пропусти. Он царапнет, царапнет. Аккуратней. Он не любит, когда его на руки берут. А-а-а. Иди сюда. Вот. Ну, ладно, отпустите его, отпусти, раз не любит. Погладили, он убежит. Вот да так. Нет, значит, девочки, курица. Так, туда не ходи, Вика, туда пока не ходите, назад к бабе. Никуда, чтобы не выходили. Ну, на качели не качаться, все мокрое. Иди быстренько. Качаться можно вот на этой большой качели, на большой. Сама с ними будь, ни на минуту не отходи. Так, все. Так, быстро пошли. Все, 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 заходите. Давайте, вот они. Вот так. Ну, мы рядом живем, поэтому я тут и иду с ними, не выключая даже. Володя, так у нас тут ящик, у тебя там распечатанные? А да ты тут распечатай, дай. Ну, вот здесь вот. У тебя там бутылки? Землянка, да. Сколько примерно бутылок? Я не знаю, сколько там. Ну, стоит ли, может быть, по банке отнеси, да и все.
Давай здесь. Мне это удобнее отдать банку целую. Понемножку, да, литров по 5. Открывай. Но их-то отвезти надо же. А? Их-то на огородчик надо отвезти. Ну, отвезешь попозже маленько. Сначала к Андрею завези, масло развезете. А муки давал? Муки только Андрею давал. Ну, вот остальным потом дашь. Не забывай. Ну, давай. Может, они добегут тогда? А? Добегут сами, может. Кто? До огородчика. Нет, ты с ними пройдешь, не надо. А где они находятся? На Саманном? Почему? Там. На нашем лагерном? Ну, тогда прямо вот идите и выйдите около коров, заверните вправо на лагерный. На огородчике. А там Владимир Юрьевич с ними. Ну, я за ними сейчас пойду тоже. Ты масло тогда возьми, сам разнеси. 5 литров там тяжело будет. Вытащи. А где она? Ящик. Ну, где в конце ящики? Там включи свет. Это тут просмотровый зал. Они могут собираться в деревне. Вот так. Вот они где, смотри. Вот они, ящики, около окна стоят. Все, ну, давай. Вытащи один ящик сюда. Раскубарить его надо. Находятся добрые люди. Одни злодействуют, другие молятся. Пятидесятники даже, и те сейчас молятся везде. Православные, за нас все молятся, и мусульмане. Мы самые мирные люди. Сейчас Володя покажет, что тут есть. Давай. Не открывается. Ну, теперь переверни, оторвется. Поднимаю, теперь пили. Все. Ну-ка, что там? Ну вот по банке поднимай. Это как, 3-литровый или 5? Сейчас. А? Не знаю. Ну-ка посмотри. 5, наверное. 5 литров, да. Так, ты сейчас возьми одну, занеси. Устинову? Надежде Васильевне я отнесу. Устинову я сам отнесу. Барабашам захвати. Угу. Где дети там? 2 банки я унесу. Положи. Все. Одну еще поставь, по банку я скину. Все, с Богом. Иди. Занимайся с ними. Я к огороду подъезжу позже. Так, барабашам оставь здесь. Я отвезу. Около этой. Все. Там, смотри, вишню отдельно где-то собрать, чтобы всем было. Пусть пока не подходит к вишне. В садок не заводить. Поедят только эту. Юргу. Юргу могут есть досыта. Остальное там ничего нету. А малина? Давай. А? А малина? Ну, малину поедят, малину обязательно поесть. Ну, там такое есть, что-то ягодок на 10 оставить, другим еще придут. Вот Володя. Тоже принял крещение, сирота. И сейчас его везде я подписал, и в завещании, и дом, и имущество, все, Володя. Да никогда не узнаешь, кто у тебя будет самый близкий. Это лагерь наш опустелый. Сегодня ночью уже полиция не ночевала. Сегодня 21 июля. Мы сейчас будем работать по прудам. Бульдозер заказываем. Заказываем, ищем драглайн. Страшные цены. За 1 час 2300. Если они везут сюда 20 часов его из другой области, ну, умножайте на 2300. Ну, что тут говорить-то? Явно, что не сделать нам. И заказывать мы не будем. Только бульдозер за 1200. Нет, за 1500 в час. Вот отошел.